У нас вольеры тонут. У нас тонут вольеры. Мы пытаемся копать траншею хоть небольшую, но черт возьми, нам не хватает сил. Нас топит, нас затопило сильно. Понимаете, нас затопило просто страшно. Если бы был гравий, мы бы отсыпку сделали. Или были бы доски, мы бы сделали подиумы. Вы видите, что творится? Нас топит. Больше 10 вольеров у нас, считайте, под водой. А ведь здесь живые существа. Нам помощь нужна. У меня нет денег даже трактор вызвать, чтобы... Звоню замминистра, а мне отвечают, он занят. Он сейчас участвует в программе «Золотая осень». А я ему показываю нашу «Золотую осень». И выслала все эти видео на его секретаря. И очень надеюсь, что она ему покажет. Вот эту красивую «Золотую осень». Да, мои хорошие, мамины. Вот это осень у нас. Правда классно? Здорово просто. Наша золотая осень в приюте. Мы тонем. У нас не хватает корма. У нас огромный долг в клинике. У нас нечем стерилизовать собаку. У нас две собаки родили. Потому что нечем стерилизовать. Это второй проход. Так. Ходить невозможно, у нас везде болото. Нам обещали гравий, никто не дал. Хотя мэр города обещал. Еще год назад обещал гравий. Вот такие болота, видите? Приюту очень нужна помощь. Нужны крыши. Ведь это 3000 животных мы собрали по Чеховскому району. Ну разве так можно? Ходить невозможно, мы проваливаемся. Малыши наверху. У них почище. А вот взрослым тяжело и страшно. А у нас не хватает денег даже накормить. Понимаете, даже накормить. Нас просто все бросили. Куда бросили? На смерть? Инвалиды, лапки колесом. Он бедный, еле ходит. Есть в этом мире хоть немножечко добра, а? Ну, хоть чуть-чуть добра в этом мире есть? Мамины, мои хорошие, старички. Приют существует 18 лет. Многие, кто попал к нам с щенками, уже состарились. Привет, маленький, мой хороший. Все, что мы просим, немножко помощи.